Сомнений нет. Министр спорта России уверен, что Универсиада в Красноярске пройдет на высшем уровне. 8 тестовых соревнований прошли успешно. Осталось навести лоск, добавил Павел Колобков. Он посетил специальный пункт досмотра багажа в аэропорту, центр питания, спортивные объекты «Кристалл», «Енисей» и «Дворец Ярыгина». Оценил и сам город. Улицы приведены в порядок, дороги, фасады, поэтому, ну, я думаю, что и участники, и зрители, кто приедет на Универсиаду, мы останутся довольны. Потому что действительно здесь город красивый, есть что посмотреть. Студенческие игры начнутся намного раньше, когда заедут первые команды в деревню Универсиады. Когда это произойдет, расскажем в 20:45.